Доброе утро, Риточка. А помашешь нам привет? Не помашешь? Так, что мы будем кушать? Мама делает омлет. С сосиской. Омлет. Омлет. Ты любишь омлет с сосиской? Омлет. Это... Да. Плюют. Аккуратно. Улитка проснулась наша. Это. Гектор, да. Нет Гектора. Нет Гектора. Проснулся. Мы омлет готовим два раза в неделю. Гектор, да, проснулся. Куда ты? Уже садись, сейчас омлет будет. Омлет. А куда ты убегаешь? А зачем прыгать? Да, если бубух, конечно, будет опасно, больно. Папа, Гектор. Папа? Папа помажет Вову. Он Гектор убегает. Гектор, ты куда? Ты куда собрался, чувак? Присаживайся, я тебе омлет несу, Коко. Омлет. Омлет, да. Садись хорошо, удобно. Так, присаживайся. Коля. Колю дать? У нас еще и Коля. Коля, а? Мама, куда Коля? Сюда. Сюда? Давай. Мама, я сюда. Топ, топ, топ. Доброе утро. Ку-ку. Коля, наш Ку-ку. Друг. Мама, а? Коля сидит. Коля сидит? Отлично. Коля наш хороший друг. Коля с нами везде гуляет, кушает. Привет! Да, скажи всем привет. Опа. Коля, ку-ку, Коля. Коля будет завтракать. Тоже будет омлет. Коля! Коля. Ага. Сидит, да? Давай, наденем слюнявчик. Коля. Мы Колю пока подвинем. Мама, а, нет. Слюнявчик. Ручки вверх. Все. Я Колю посажу вот сзади. Пусть сидит. И несу тебе яичко. Омлет. Омлет. Пышный омлет получился. А ты будешь кушать вилкой или ложкой? А? Я делю. Ложкой? Я делю. Ручками? Да. Ну, если хочешь, кушай ручками. Только он горячий. Надо дуть. Ты умеешь дуть? М? Как надо дуть? Что, не любишь дуть? А омлет горячий, как ты будешь кушать? Такой красивый, пышный получился. Надо дуть. Ой, горячий. И сосисочка, да. Мы взяли одну сосисочку, поделили на два приема. Скажи, сосиски деткам не очень полезны, да? Не очень. Люба. Ну да, детки любят сосиски. Ну, сосиски не очень полезные. Я не люблю. Что не люба? Я не люблю. Омлет. Омлет. Чтобы завтрак был полезным и правильным, у нас еще будет обязательно хлебушек, да. Будет хлебец, будут овощи, пожалуйста. Оп, овощи и омлет. Горячий, а? А что это пищит? Что это пищит? Микроволновка подогрела. Завтрак для мамы.
А это для Риточки. Не торопись. Кусочек хлебушка один. Риточка один. Больше нет. Не торопись. И мама будет тоже омлет. Ммм, как ты вкусно хлебушек кушаешь. Ты не забывай с овощами. Да? Не забывай. Пока омлет остывает. И овощи кушай, пожалуйста. Так, Степа. Степа, а чтобы вы не скучали, мы покажем вам нашего Степу. И убежал. Степа. Вот так вкусно Степа кушает огурчик. Это Степа, ему 1 годик. Веслоухий баран называется. Что? А Бишке 7, да, еще собачка у нас, Бишка. 2 животных у нас. И много улиток. Оп, Бишка пришел. Би, ты тоже хочешь огурчик? Мы с тобой тоже поделимся. Убежал. А Степка кушает. Степа! Степа! Привет! Ты такой красивый кролик. Красивый такой кролик. Так, возвращаемся к Маргарите Юрьевне. Оп! Маргарита Юрьевна, выдаю вам яичко. Теплая, да. Только бери, пожалуйста, ложечку. Кушай ложечкой, как взрослая девочка. Хорошо? И мама будет кушать. Омлет полезно кушать с овощами, с кусочком хлебушка. Правильно? Омлет – это хороший завтрак 2 раза в неделю. Или ужин. И потом можно бегать в парк. Долго-долго. Мы бегаем 3 часа по парку. Играем, катаемся, бегаем. Ручками будешь кушать? Ну, хорошо. Если тебе удобно ручками, кушай. Детки очень любят сосиски. Но мы их кушаем только 1 раз в неделю. Да? 1 сосиску делим на 2 приема пищи. Да. Да. Потому что сосиски не очень полезные. Но вкусные. В них много соли и жира. И овощи не забывай ложечкой кушать, обязательно. Угу. Риточка, бери овощи. Угу. Ложечкой. Овощи помогают нашему животику работать. Не забываем кушать их.
Вкусно? Ну и Степка бегает. Вкусно? Не торопись. Омлет. Омлет. Как ты вкусно кушаешь омлет. Молодец. Ручками, прям традиция какая-то. Всегда кушаем омлет ручками. А ты кушаешь правой ручкой или левой? Правая. Правая, да. Можно левой. Бери ложку в левую ручку. Умничка. А, молодец. И мама, а? И мама молодец. Вкусно ручками. О, драка за еду идет внизу. 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 Да, Бишка и Степа дерутся. Хотят с тобой играть. Не хотят. Бить. Скажи, не бойся. Ложечку бери, пожалуйста, овощи. Овощи полезные. Опять. Завтрак. Опять. Завтрак. Суп. Обед. Суп. Обед. Да, в обед суп. Всегда вкусно. Да. У кого аллергии нет? Теперь можно собираться и идти в парк. Пойдем в парк. Обязательно. Ой. Яичко, все. Все скушала.
Обед. Сейчас завтрак. Обед. Завтрак. Обед. Завтрак. Обед. Маша, деткам, пока, а мы пошли мыть ручки.